обошли полгорода, где же он? Люцифуг – хитрый, коварный демон. Скорее всего, он принял образ человека, чтобы я не смог его найти. Ты тоже принял образ человека, но я все равно тебя узнал. Как? Тебя трудно не узнать. Признаюсь, я не сразу тебя узнал без длинной бороды. Но я все равно понял, что это ты. Решил побриться для разнообразия. Подожди. Это он. Это Люцифуг. Где? Я не вижу его. Только дьявол может узнать слугу ада в магическом камуфляже. Подержи. Мы еще встретимся, сатана. Он сбежал. Не переживай. Мы найдем его и отправим в ад. А сейчас тебе нужно готовиться к свиданию. Ты ведь помнишь, что встречаешься с Аней? Да, спасибо, что напомнил. Дьявол, хватит меня снимать. Я стесняюсь. Это я снимаю самые лучшие моменты своей жизни для моего дьявольского видеоблога. Значит, я лучший момент в своей жизни? Да.